Сегодня это очень яркое солнце, и оно очень дружелюбно светит для команды из Центральной Америки. Конечно же, вне всяких сомнений, Луис Пинто предпримет еще одну замену для его сборной, заключительную. А пока же вышедший Хосе Куберо перехватывает мяч, и хорошая передача. Будет ли третий гол? 3-1! Сборная Коста-Рики! Да! Вот сейчас куда более увереннее можно рассуждать о дальнейших перспективах. Но пока только этого матча. 3-1! Сборная Коста-Рики становится главной сенсацией первых матчей. Соответственно, сборная Уругвая ставит себя в крайне затруднительное положение. 2 минуты на поле. И Маркос Урения делает счет 3-1 в пользу сборной Коста-Рики. Какой рывок! Вот они, свежие костариканские ноги. Вот она прыть, вот оно желание, которое продемонстрировал днем ранее Робин ван Перси и вся сборная Голландии. Потрясающая игра костариканцев. Два совершенно разных тайма. Хотя надо отметить, что и в первой половине Кэмпбелл и сборная Уругвая, а их большое количество, я не сомневаюсь, и точно больше, нежели у сборной Коста-Рики. И вновь, смотрите, кто сделал передачу. Кэмпбелл. Как здорово. Этого парня уже сейчас, наверное, Арсен Венгер, который так любит молодых игроков, который так любит универсалов. Вот сейчас, глядя эту встречу, он вписывает в свой блокнот. Задача номер один.